Депутатский визит. В Карагандинском акимате мажилисмены из столицы провели встречу по разъяснению послания президента. Депутаты выехали в регионы согласно решению бюро мажилиса. На местах народные избранники разъясняют и доводят до населения послание главы государства. Стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс состоявшегося государства. В Караганду прибыли мажилисмены Нурлан Абдиров, Виктор Рогалев и Серикжан Канаев. В своих докладах «Слуги народа» подробно раскрыли задачи, поставленные лидером нации перед обществом – упорно трудиться и развивать все сферы жизни. Именно это, по словам депутатов, поможет социальному и экономическому прогрессу в нашей стране. Призвали народ и к экономии. Актуальным вопросом по-прежнему является энергоэффективность, которой постепенно приходят карагандинцы. Первым делом экономить, чтобы меньше потреблять энергоресурсов. Поэтому наша программа, наша работа тоже ориентирована именно на получение максимального именно экономического эффекта от внедрения этих мероприятий. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».